уважаемые пассажиры, разрешите пожелать всем доброго пути. Мы 2 года почти проверяли, как маски все носят, что их нужно обязательно там на себе всю поездку сохранять. Ни с кого больше не будем требовать носить эту маску и сохранять до конца поездки. Я счастлива, что мы наконец-то можем снять ограничения и жить, как жили до этого, 2 года назад, до всех этих ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Я, честно, меняла маску каждый день, потому что это была необходимость, и я счастлива, что больше этого делать не надо. Есть чувство свободы, но все равно как-то непривычно. Маску охота одеть, когда ходишь в магазин или в другое общественное место. Носить или не носить маску в общественном транспорте – теперь выбор пассажира. Пока по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова масочный режим в регионе приостановлен на неопределенное время. Почти за 2 года ограничений из-за пандемии коронавируса совместные рейды департамента транспорта, перевозчиков, полиции и контролеров совершались более 5000 раз. Составлено более 2000 протоколов об административном правонарушении. Было всякое. Нам встречались пассажиры, которые носили маску без каких-либо замечаний и вслух говорили о том, что это важно и нужно. У кого-то маски нет, достают запасную, делятся, помогают, дают своему какому-то соседу. Встречались и другие пассажиры, те, кто категорически возражал против ношения масок, кто говорил, что этого требования быть не должно, и я его выполнять не хочу. Ну, вот именно эта категория у нас в 2000 протоколов, собственно, и попала. Тем не менее, забота о здоровье пассажиров в общественном транспорте продолжается. Перед выходом в рейс автобусы, троллейбусы, трамваи и метро отмывают до блеска и дезинфицируют. Особенно поручни, сиденья и валидаторы. Рециркуляторы, которые мы установили в прошлом году на всем подвижном составе, продолжают работать. Он работает в автоматическом режиме с момента завода автобуса и в течение всего рейса. Масочный режим в Самарской области может быть возобновлен, если изменится санитарно-эпидемиологическая обстановка. А пока на бортах общественного транспорта решено оставить объявление о ношении масок. Правда, теперь мера носит рекомендательный характер. Некоторые пассажиры все еще волнуются за свое здоровье и готовы и дальше носить маски в общественном транспорте. Все-таки большой город, небезопасно. Мы уже научены горьким опытом. Бережено Бог бережет. К счастью, мы этот период вот пережили. Хочется надеяться, что мы эту страницу перевернули насовсем и из приостановки масочного режима к его возобновлению. Надеюсь, мы уже не вернемся. Но если что-то случится, не дай бог, у нас вся работа налажена. Мы в любой день готовы снова выйти в эти рейды. Сотрудники контрольно-ревизионных подразделений транспортных предприятий по-прежнему будут встречаться в общественном транспорте, проверять работу экипажей и выявлять безбилетных пассажиров. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.